Я сурежиссер проекта «Конокрады. Дорога времени». Фильм вчера была премьера на Бусанском кинофестивале. Я бы хотел поблагодарить организаторов кинофестиваля за такую честь открыть фестиваль нашим фильмом, самый крупнейший азиатского кинофестиваля. 안녕하세요. 저의 이름은 리사 타케바입니다. 韓国映画のファンでして、プチョン映画祭には何度か過去の作品で呼んでいただいたんですけれども、このたびマーケットには釜山映画祭には以前も行ったことがあるんですが、参加したことがあるんですが、オープニングにお招きいただいてすごく嬉しく思います。 Фильм задумывался изначально истории, произошедшие в Казахстане, конкретно когда некие бандиты убили трех братьев, очень жестоко. И эта новость для меня была щемящей, немножко очень тревожно было за детей, которые остались без родителей. И потом я видел работы художника Гали Мырзашев. Гали Мырзашев, художник. Его работы видел. И вот они вместе вот создали такой образ истории. А, вот испенда. Охай, это он. Олжас Камынгызген. Ну, степь для казахов означает колыбель. Колыбель – это место, где мы родились. И, вообще в этом фильме в основном горная местность. Там очень много гор, вот, но степь это есть, наша страна еще называется страна Великой Степи. Степь для нас все. А. Очень сложно. Много фильмов. Ну, может быть, Сатижан Рэй. Да, да. Песнь дороги, Сатижан Рэй, индийский режиссер. Ну, на данном этапе мне очень нравится работа режиссера над этой картиной. この映画の中では少年が二度父親を亡くすというシチュエーションがストーリーになっています。 やっぱりその家族っていうものは常に一つである、べきなんですけれども、社会情勢だったりとか時代背景によってままならないことが世界中で起きていると思います。なので最終的なストーリーのフィナーレでも父親とすれ違うということになってしまうんですけれども、それが彼の取った人間としてのけじめ、父親のカイラートが取ったけじめっていうことだったりするので、 そういった家族の大切さっていうことをこの映画を見て感じていただければと思っております。 Но хотелось бы, чтобы образы и звуки этого фильма могли затронуть вашу душу. Надеюсь, я очень постарался, чтобы это было еще и музыкально, чтобы это была музыка через изображение.